Арка над проливом. Едва ли не самая сложная операция в российском мостостроении началась. В Керченском проливе устанавливают железнодорожную арку Крымского моста. Ее вес 6 тысяч тонн. Арка состоит из 400 крупных элементов. Длина пролета 227 метров, чуть больше, чем два футбольных поля. Конструкцию соединяют 600 тысяч болтов. Устанавливает арку сотня специалистов. Инженеры, строители, моряки, ученые. Готовились долго и тщательно. Операцию просчитывали и выверяли на специальном тренажере. Маршрут передвижения несколько раз отрепетировали в самом проливе. В акватории даже углубили дно в некоторых местах на 8 метров. 26 августа конструкцию погрузили на понтоны. Утром транспортировали к створу между фарватерными опорами. Для этой непростой процедуры задействовали 10 буксиров. Проплыла арка 5 километров. Ее зафиксируют 700 якорными тросами. Конструкцию поднимают вверх 16 домкратов. Дело это не быстрое, всего 5 метров в час. Установят арку на высоте 35 метров над водой. Интересно, что последними добро на эту операцию дали метеорологи. Скорость ветра во время установки не должна превышать 10 метров в секунду. Подъем займет 3 дня. На это время судоходство по Керченскому каналу ограничено. Окончательно конструкцию смонтируют через месяц. Следующий важный этап – установка арки для автомобилей.